привет, 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 привет! А я тут новых игрушечек наплела, хочу похвастаться. В общем, начну со старых игрушек, которые вы уже видели. Но я все-таки их решила облагородить. Ну и вот сплела вот такие цветочки. Ну, немножко не умеючи, но уж как получилось. В общем, теперь у меня получились вот такие игрушечки. Здесь такая сиренево-розовая розочка, здесь розовая, здесь оранжевая. Ну, в общем, вот так получилось. Но мне не нравится, они стали какими-то такими более живыми, более интересными. В общем, нравится мне эта троица. Так, дальше показываю вам вот такие игрушки. Значит, у меня было много стекляруса, ну и, в общем-то, надо было его куда-то девать. Ну и вот я решила соорудить вот такие игрушечки. Здесь матовая серенькая, здесь золотая матовая внутри. Вот эти палочки, вот этот стеклярус, он смотрится как черный, когда лежит в кулечке, в баночке. Но на самом деле он такого коричнево-бордового цвета. И я совместила с такими, такой средний цвет какой-то непонятный. Они не золотые, вот эти бусины, но и не серебряные, такой какой-то средний цвет. Но немножко она, конечно, вот эти все стеклярусы разной длины, ну, поэтому так, конечно, не очень ровно получилось, но, в принципе, смотрится очень хорошо. Вот, а вот эта игрушка, я использовала все, вот до последней бусинки, вот до последней бусинки, и вот этот зеленый, и вот этот серый. У меня вообще-то, я немножко рассчитывала на другую, я думала, здесь мне хватит серого чуть на побольше. Я думала, сделаю такую вставочку, просто вот как на четвертинку. Ну, а получилось где-то на треть. Но тоже смотрится интересно и с этой стороны, и вот так пополам, и вот с этой стороны тоже хорошо смотрится, мне очень нравится. Ну, в общем, вот такие игрушечки у меня получились. Вот такие красавицы. Здесь я использовала розовый бисер. Ну, а здесь я уже говорила, такой средний цвет между золотом и серебром. В общем, вот так получилось. Так, но самые интересные игрушки у меня получились вот эти игрушки. Вот эти четыре игрушки. Я на Теди купила бусины. Но я совершенно не предполагала, что эти бусины светятся в темноте. Все вот эти бусины, они светятся. Вот эти светятся зеленым, а вот эти светятся разным синим и голубым цветом. Ну, эти бусины, я использовала детские бусы, я их разобрала. Вот они, конечно, не светятся, но вот эти вот светятся зеленым очень симпатично. Вот, выключаешь свет, а они светятся. В общем, вот такие у меня получились две снежинки в розовом и в голубом цвете. Значит, здесь я использовала коричневый шарик, а здесь зеленый шарик внутри. В общем, вот такие получились у меня игрушечки. Ну вот, а потом я решила сплести звездочки. Ну вот. Вот такие звездочки. У меня было две совершенно крошечных игрушечки. Они очень маленькие. Они были две одинаковые. Две вот такие вот, ну просто такой серый блестящий цвет под серебро. Но одну из них я покрасила розовым лаком. Таким перламутровым тоже. Ну и в общем-то сплела вот такие игрушки. Сначала сплела вот эту розовую. Вот. Вот эти розовые тоже светятся синим, по-моему, зеленым или голубым, не помню. Ну и сделала к ним вот такие лучи. Вот это бусины, обычные пластиковые бусины для детского творчества, они, конечно, не светятся. Вот. А здесь я поставила светящиеся бусины. Вот эти бусинки светятся все полностью. Вот. Но получилась незадача. Вот на эту сторону мне хватило вот этих бусин. Я пошла в магазин докупить, а их-то и нет. Мне не хватало 7 бусин. Ну и пришлось выходить из положения вот таким образом. То есть 3 вот этих веточки у меня получились из вот этих флуоресцентных бусин. Ну, они, я не знаю, фосфорные или они какие-то. Я не знаю, в общем, короче, они светящиеся. А вот эти вот 3. У меня оставалось 4 палочки от предыдущей игрушки оранжевой, которую я плетала искусственным жемчугом. Ну вот, в общем, я их поставила вот сюда. Добавила немножко вот этого бисера зеленого. Ну, в общем, получилась у меня вот такая звездочка. Очень эффектная она, очень интересная. Вот, все они светятся, все они очень красиво светятся в темноте. Показать не могу, потому что
камера плохо берет вот этот свет. Ну, не знаю, я, не получится у меня показать, как они светятся в темноте. Ну, в общем, вот этих бусин-рисинок у меня осталось две, и одна вот такая палочка еще осталась. Ну, не знаю. Может быть, я еще схожу в другой магазин Тедди, может быть, там есть такие. Потому что я купила еще три пакета вот таких разноцветных бусин, вот таких круглых. Ну, вот. А вот этих рисиков больше не было. Ну, в общем, вот такие у меня получились звездочки. Прямо резьбяно-зирка, рождественская звезда. Вот. Сделала подвесочки к ним из той же лесочки. Ну, в общем, вот такие. Здесь я не стала убирать вот эту штуку от игрушки. А здесь я убрала, просто покрасила, закрасила, просто срезала ее и просто покрасила розовым лаком, ну, чтобы она не выделялась. Ну, в общем, вот такие получились у меня игрушечки. Вот две звездочки, две снежинки, две вот таких плетеных корзиночки, ну и вот такие вот штучки с цветочками. Есть теперь с чем встречать Новый год. Ну все, всем большое спасибо за просмотр. Я очень рада, если вам понравилось мое видео. Вот, всем огромное спасибо за просмотр, всем огромное спасибо за поддержку. Всем хорошего Нового года, с наступающими праздниками. И всем пока.